Ровно год остался до главного спортивного события 4 лет – чемпионата мира по футболу, который в 2018 году принимает Россия. Волгоград вошел в число 11 городов-организаторов, где будут проходить матчи Мундиаля. Все работы, которые идут в рамках подготовки к международному событию, проходят под контролем региональных властей. 14 июня ровно в 11 часов утра за год до начала игр на линию скоростной подземки вышел первый трамвай с фирменной символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018, состоящий из 2 вагонов. Также в течение дня на линию вышли и другие составы – 4 скоростных, 2 по маршруту номер 10 и по одному на маршруту номер 3 и 4. На праздничном мероприятии побывал и наш корреспондент. Каждый раз, чтобы принять участие в очередной акции, волонтер Ольга Брюстова отправляется на скоростной трамвай. Без пробок, быстро и с комфортом он доставляет ее до необходимой остановки. Но сегодня случай особенный. Волгоградке посчастливилось стать первым пассажиром скоростного трамвая, брендированного к чемпионату мира. Ну, конечно, чувствуется дух, потому что мы готовимся к этому, мы волонтеры, мы как бы стремимся к этому, мы хотим больше сделать что-то для города, и трамвай этот, как бы открыть его, больше какого-то, наверное, гостеприимства, что ли. Он такой красивый, разрисованный весь, да, в символике чемпионата мира. Это очень здорово. Знать то, что ты часть этой большой команды, вообще не забываемо просто. А внутри все как у обычного трамвая. Удобные сиденья, окошки и даже такой же маршрут следования. Пассажиром этого удивительного транспорта теперь может стать каждый волгоградец. Ведь курсировать по основным маршрутам он будет регулярно. Волгоград очень активно готовится к приему гостей, к приему чемпионата. И сегодня мы решили отметить годовщину до чемпионата, ну, таким, наверное, интересным, на мой взгляд, событием. И я надеюсь, что все это будет воспринято нашими жителями положительно. Они с большим удовольствием будут ездить на брендированных трамваях чемпионата мира. Специально для чемпионата мира у нас будет закуплено еще значительное количество трамваев. Они будут ходить на линии скоростного трамвая. Улучшится транспортная доступность и обслуживание города высокоскоростным транспортом. И это тоже будет в значительной степени посвящено чемпионату мира. В торжественной церемонии приняли участие ведущие игроки футбольного клуба «Ротор Волгоград», по итогам сезона получившего право играть в ФНЛ. Грядущий чемпионат для них и всех футболистов нашего региона особенно важен. Это, конечно, возрождение тех футбольных традиций, которые были заложены в Волгограде когда-то, в прошлом. Вот. Поэтому это развитие также детско-юношеского футбола, потому что очень много площадок, стадионов останется детям и нашей команде «Ротор». Также стоит отметить, что перед отправкой в первый рейс трамвая с символикой ЧМ-2018 директору метроэлектротранса был вручен памятный сертификат. Свои автографы на нем оставили один из ведущих футболистов области и председатель регионального комитета по подготовке и проведению матча ЧМ-2018. Алена Пузына, Виктор Хиврин, Вести 34.